По словам пользователей соцсетей, авария произошла на дороге Уфа-Сергеевка. По словам очевидцев, одна фура подрезала другую во время движения в попутном направлении. Подробности ДТП уточняются. В Шамонино столкнулись лоб в лоб Hyundai Getz и Toyota. Как сообщают очевидцы в группе БАШ ДТП, двое в аварии сильно пострадали, еще один человек погиб. В одной из иномарок сильно зажало парня, его не могли вытащить больше получаса. Отца молодого человека, который был за рулем, увезли на скорой. Также сообщается, что один из водителей был пьян, он выехал на встречную полосу.